Все, что вы пошло. Шагал. Пошло. Васильев Олег Дмитриевич, история у меня будет следующая. Как я впервые разочаровался в женщинах. Мне было 7 лет, это была дача. У меня был замечательный такой велосипед, назывался Мишка, оранжевого цвета. Ну, такой маленький, дутик мы их называли, этот велосипед на самом-то деле. Это был знойный день, знойный летний день, и я решил как-то привлечь внимание, ну, дамы сердца, соответственно, в то время уже. И я решил, что надо быть героем. Надо сделать то, чего еще никто не делал до меня. И я взял свой велосипедик, вот я хотел выйти в такой поход, что называется, и решил отправиться в него, ну, выйти с утра. То есть я проснулся в 9 часов, в 10 я уже был готов, я припас себе флягу с соком, баночку. Вот, и отправился, собственно, в поход по шоссе. Казалось, ехал я сутки, ну, представляете, да? Мальчик на велосипеде такой 7-летний ездит, машины там, дорога через шоссе, трасса проложена. Машины эти свистят 150 км в час, и я такой джик-джик. 15 км в час максимум, наверное, такой маленький. Я еду, еду, казалось, прошло, вот сутки уже прошли. Я наконец доехал до места моего назначения, я сорвал там цветов, ромашки, вот, вот это вот все, сорвал букетик и поехал обратно. Ощущение, что прошло еще, наверное, часов 20, я наконец вернулся к себе в свой поселок, подъехал к дому дамы сердца. И каково же было мое удивление, когда я узнал, что, во-первых, прошло всего 1.5 часа, я с этим букетиком ромашек пыльных стою, а эта дура еще спала и смотрела мультфильмы, только что проснувшись, Скуби-Ду. И этот момент я запомнил на всю жизнь. Вот так я первый раз разочаровался в женщинах. Наверное, это все. Спасибо. Молодец, ровно.